Всем привет, с вами снова Придонки. Мы тут в гостях у орловского коллекционера, реставратора Олега. Олег, расскажи, как, чего, откуда взялся такой красивый аппарат? Взялся он из мечты юности. 16 лет, сбежал из дома. Ну, сбежал из дома, предварительно продав планету пятую, магнитофон, усилитель, колонки, все остальное, вплоть до кассет, для того, чтобы собрать вот на Яву или ЧЗ. Ну, на Яву не набрал. ЧЗ стоил дешевле Явы, на него у меня получалось. И с приятелем мы сбежали из дома. Питер, так и говорили, что там продаются ЧЗ. Без очереди спокойно можно это все купить. Ну, в итоге двое суток прожив, ЧЗ не купил, вернулся обратно, не было на тот момент ЧЗ. Хотя Яву в свободной продаже, там вот я увидел своими глазами. Ну, а потом уже было много разных. Ява получилась у меня из комиссионки. Потом и на японцев ездил, а потом вот попался спустя четверть века моей жизни ЧЗ-тик в таком состоянии не очень бодром. Ну и я решил дать ему вторую жизнь. Вот спустя, наверное, пару лет, если не тройки, комплектования его, удалось собрать вот такой вот экземплярчик. Собирал его хороший орловский механик Рома Циля. Спасибо ему большое, ответственно подошел, качественно сделал. Ну, езжу я на нем немного, 4 года вот проехал чуть больше 4000, но не подводил, проблем не было. Ну и ностальгические чувства вызывает он такие сильные, ощущаю себя тем же 16-летним юнцом, как когда-то мечтал о нем. Ну вот, наверное, вот про этот ЧЗ такая история. Вот я даже на него смотрю, черт возьми, пощипывает в душе, покалывает. Я ж на таких тоже катался. Вот именно такой вот. Я на нем даже ездил далеко. Состояние, конечно, но очень сильное. Есть у нас в Орле еще более оригинальный экземпляр. В этом внимательный зритель увидит болтики без надписи «Ли». Где-то они есть, но в большинстве случаев нет. Вот. А еще один коллекционер у нас есть, Владимир, его имя. Вот у него ЧЗ шестерка, правда, 4726. Тот оригинален до последнего болта. Но состояние идеальное, но ездить он на нем, вот как я на своем, не ездит. Он его просто у него... Радуется ему, но и вот объявление висело, продавал он его. Ребят, сейчас мы будем заводить этот ЧЗ прекрасный. Слышите, как работает? Причем этот экземпляр, он ходовой, Олег на нем ездит, куда нужно и когда нужно. Тут горят, светятся лампочки, как положено. А мало что он дает зарядку, но он не прогрет, он еще холодный. Абсолютно холодный. Еще хочу сказать про запах из глушителя, как у старой Явы. Очень приятный, как у старой. То есть мотор, по сути, тот же самый, по сути. Да, да, он тот же самый. То есть это такие запахи бывают у низкопассивных моторов, то есть малая форсировка. И вот такой запах приятный очень. Я в детстве такие запахи просто на жопу не садился. Все мы от них балдели, поэтому до сих пор ездим на мотоцикле. Да, да, да. Ладно, ребят, мы больше не будем ваше внимание отнимать время по такой мотоцикл.
Это тоже мотоцикл из моей молодости, юности, поэтому кайфую. Всем удачи, берегите себя, пока.